Ветеранам Великой Отечественной войны всегда оказывалось особое внимание со стороны как обычных жителей, так и от руководителей глав. В юбилейный год празднования 70-летия Великой Победы глава Рассказовского района со словами благодарностями и подарками посетил ветеранов войны. С каждым годом остается все меньше тех, кто сражался за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Владимир Васильевич Гришин – один из вернувшихся с полей боя живым. Хоть и прошло уже 70 лет, войну он помнит, будто это было вчера. Сейчас Владимир Васильевич ослеп, но картины военных лет до сих пор остались в памяти. Все вперед и вперед на запад, вперед, назад, ни шагу. Значит, мы это Берлин... Подходит вот столько, вот там 30 километров, 200, там 250, передают скоро Берлин. Вот к Берлину, и вот, значит, там все, война будет закончена, довольно, ну, все. После войны 40 лет проработал пчеловодом в местном колхозе. И всю свою жизнь Владимир Васильевич был разносторонней личностью. Он и садовник, и рыбак, и охотник, и счастливый отец большого семейства. 3 сына, 4 внука и 6 правнуков, которые с радостью помогают деду во всем. Не забывают о нем и руководители района. Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Он не видит, вы ему так руку, Сань, давайте. Владимир Васильевич, ну вы меня должны помнить. Владимир Александрович Маняхин. Несмотря уже на пожилой возраст и потерю зрения, ветеран крепко жмет руку, всегда в курсе последних событий и с нетерпением ждет главного праздника – Дня Победы.